Все, все, супер, все, возвращаемся к нему, да? Ой-ой, пуш, ой. Oxygen levels are falling. Something's poisoning hydroponics air production, and whatever it is, it's filling the deck up with that organic stuff. We're not going to have any air to breathe soon. But if I understand these lab reports correctly, I think I can make a poison to destroy it. Head to medical. It should have everything you need. Will this never end? Isaac, get to medical and mix together whatever Kendra's come up with. Yeah. I'm heading to hydroponics. If I can slow it down, that might keep us breathing long enough to fight it. Я ненавижу свою работу. Что за хуйня? Спокойно. Все, она сдохла. Ой-ой-ой, что за херня? Что за хуйня? Что это за хрень? Что это за... Черт побери, я сваливаю отсюда. Нет, в жопу сохранения. Давай, ходи. Ой-ой-ой-ой-ой. На второй уровень, скорее. Я успел закрыться. А нам реально на второй уровень? Или нам ниже куда-то нужно идти? Или нам совсем-совсем в начало возвращаться? Если медпункт-то. Потому что я не помню, где-то медпункт был. Он где-то в начале был, когда мы проходили. Так, надо было сохраниться, но... Жопа это делал. 9, да, 9 патронов. Ну ладно, я с рюкзаком тогда, точнее этим труборезом буду ходить. Я прав, да, нам нужно идти, возвращаться обратно. Пойдем. Метеориты все равно, кстати, летят в таком же количестве, что и до этого. Угу, возвращаемся обратно. Пойду тогда и как раз для резака патроны понакуплю. Может, огнемет еще взять, потому что огнемет это что-то необычное и крутое. Пшшш, будет стреляться. Круто же. Кредиты, село пистолет. Вау, село пистолет. А, ладно, давайте рубину полупроводник. Да, продал. Стазисная батарея. Надо, кстати, восстановить ее, потому что и так много всего. Ладно, лазерные импульсные заряды, плазменная энергия. Давайте я возьму. Побольше. Хватит? Нет, не хватит. Все, отлично. А на огнемет мне не хватит? Блин. Сколько огнемет стоит? 11 штук? Ой, ну давайте тогда что-нибудь обратно продадим. Ну, не знаю, огнемет. Импульсный заряд. Нахера мне вообще импульсные заряды? У меня нет винтовки обычной. Лезвие трубореза. Плазменный резак. Стазисная батарея. В жопу стазисную батарею. Вот аптечки мне пригодились. Но в жопу аптечки давайте купим гребаный огнемет. Походим с ним. Будем сжечь. Как настоящие парни. А, давай на тройку. На тройку он выбирается? Нет, на четверку. Да, на четверку. Ну-ка, 20-125. О, да, детка, то что... Что за херня? Огнемет, сука, горит, бля! О, спасибо за заряд еще одного огнемета. Карма. Что отдал, то и получил. Вау, е! Мне нравится огнемет. Ладно, но он какой-то слишком... Тратель... Девушка? Это девушка была? Ой, простите. И прошу прощения. Наверное, вы моя жена. Или как вы там, девушка? Но если вы это так, в любом случае я оторвал вашу городу. Вы выглядите прекрасно! Вы выглядите, только посмотрите свою головку. Вау, только посмотри. Только посмотри, это разлетелось, как странная штучка. И под... Ой, рюкзак беру. Сколько у меня места, кстати, остается? Вау, места у меня много. Ладно, теперь я все подряд смогу брать. Мне сюда вообще идти, да, все. Айзек, открой. Я опять не сохранился, кажется. А, да, мы возвращаемся обратно, идем в эту гребаную штуку. Как будто кто-то за меня был. Я тоже начинаю, наверное, сходить с ума потихоньку. Транспортная система, станция Шимура. Давайте моментально переберемся на медпалубу. Глава 4 завершена. Смерть неизбежна. Ну вот Херли, она, как видишь, избежна. Сегодня мы скажем нет смерти. Вот что я скажу. А, да, сохраняемся. Итак, глава 5, смертельное пристрастие. Опять что-то смертельное, опять смерть. Сколько ж можно с этим смертельным пристрастием? Уже надоели? Я станция Ишимура прочитал. Ага. Все, вернулись. Вот они, медпалуба. Здравствуйте. Девушка уже исчезла, я смотрю. Ой, блядь, да хватит так появляться! Мать твою! It's spreading faster than I expected. I'm trying to isolate it, but it's not going to buy us much time. Дойти. We have to get that thing off the ship. Что за шопа? The chemicals you need are in the chemistry lab. Вот сюда, I'll have the door for you when you get there. Хорошо. Давай, открывай. Да, нам сюда, все, поворачиваем направо. You can't stand in the
Хватит шептаться. Видишь, я слепо. Буду делать тебе каждый раз, когда ты будешь так говорить. Ой, я не знал, что это можно сделать. Recently. I guess we're not alone here after all. Someone doesn't want you in this part of the ship. Look at that ass. That ass. Я могу сохраниться? Хорошо. А, я же сохранился до этого. Ну ладно, ладно, давайте. Нам не помешает все равно сохранение. Вроде я сохранился. Это не Dead Rising. В Dead Rising всегда по 100 тысяч лет сохраняется. И когда ты записываешь что-то, это немного раздражает, что приходится... Ну, когда ты записываешь, что приходится... Нет, я не болен. Это я просто шмогу... Блин, у меня нос не дышит. Реально, что за хрень? Надо было так перед записью. Тихо-тихо. А ну, суки, иди сюда! Гори, Бёрн, бэби, Бёрн! Ой, у меня закончилось. Слушай, погоди, я резак достану. Мальчик. Иди сюда. Папочка тебя согреет. Нам прямо нужно идти. А то я замечаю, чего я как будто... Ой, здравствуйте, сегодня мы будем играть в Dead Space. Такая интересная игра, как бы... Ой, мы вернулись, мы в самое начало практически вернулись, никто этого не ожидал. Там какая-то хуйня-то, вот она прицельно... Ой, ничего не понимаю, я Айзек Кларк. Считайте меня дебил, вот. Вот такое чувство, прям, как будто я так же говорю. О, да, кстати, здесь почему-то эта штука открылась. Кредиты. Не зря я все-таки сюда забежал. 1000 кредитов никогда лишними не бывают. Интересно, вообще в будущем также будет кредитная система использоваться, потому что я вот кредитной карточкой пользуюсь, она постоянно... То есть, если есть возможность воспользоваться кредитной картой, это куда легче, чем обычной наличкой. Все, кажется, я его замочил. Он кричит, гад, господи. Ладно, куда нам, наверх? Окей. Опять мы возвращаемся в то же самое место. Ты так и... Виси на этой стенке и больше никогда не приближайся. Оу. Это быстро. Давай, ты как будто меня испугал. Я уже не боюсь такого дерьма. Ладно, давай остановим его потихоньку. Еще ближе. Ай, сука. Я успею. Все, я успел. Сейчас восстановим. А вот если бы мне до этого не хватило, там была уже какая-то батарея для восстановления таких штук, блин, капслок отключи. Все, иди сюда, ближе ко мне, детка. Ой-е. Я пробегу через тебя. Ага. Без проблем. А, хорошо. Не вставай, сука. Только попробуй встать на обратном пути, я тебя грохну еще раз. Задание не активно. Какое задание? Здесь нет побочных квестов, здесь все достаточно прямолинейно. Ой, надо перезарядиться. Окей, я готов. I'm ready for the shit. Bring it on, bitch. Что это такое? I now have a live subject for my study. I'm eager to validate my tissue regeneration. In the show, his strength was problematic, but now the patient's risk is compromised. He trusts me, Dr. Kai. He puts his life in my hands. He knows his part in all of it. Okay. Understands what I'm doing. The forehead has been spot clean. Now attempting to create a passage to insert the sample system. Ой, там тоже еще что-то валяется. Ну, наш доктор мудак. Что я еще могу сказать? Взял схему силовой блок. Интересно, схема получится в магазине. Хорошо, посмотрим. Закажем. Так, выходите, давайте, сукины дети. Я знаю, к чему это. Я просто так не буду забирать эту капсулу. Думаете, вы меня просто так можете обмануть? Ой, слушай, ты можешь подойти и забрать эту светящуюся капсулу? Потому что, когда ты ее возьмешь, эти монстры, большие монстры слева, ну они никак тебя не тронут, ну никак. Ну, сам, ну сука, ну только попробуй. Ой, господи, катсцену. Живой! Иди на! Ох! Ух! Нееееет!
Я вообще-то сильный, в отличие от тебя. Я не буду просто так бросать свою жизнь. Понял? Бла-б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 ла. Здравствуйте, я очень такой злой ученый. Хочу убить всех вас. А и монстр встал, окей. Бери-бери-бери-бери, иди бьет. Сука, сука, не! Кори, сейчас, замедлите! Я успел чуть-чуть нажать. Господи, он мне жизнь отбавил. Держи. Нет, только попробую остановиться. Он мертв. Нет! Что? Что за херня? Окей, нет! Ну-ка, сука, лежать! Он восстановит, что мне с ним делать? Он восстановит свои конечности. Нет, тварь встает, блядь! Стой, лежать! Пока! Палим! Куда? Направо, налево, направо, надо там сюда! Нет, стой, куда? Сюда, да, хорошо. Надеюсь, он дверь не убьет ее открывать. Уйдите, суки, блядь! Отойди от меня, бля! Нет! Как так? Я хотел всего лишь вытащить блок, чтобы эта тварь не вернулась ко мне обратно. Обязательно нужно было убивать меня, суки. Сволочи. Засранцы. Еще долгие загрузки, которые бесконечно загружаются. И причем, кстати, хочу заметить, отключаешь вертикальную синхронизацию, все глючит как жопа. То есть не обязательно ее отключать, ноги. У меня есть один заряд огнемета, может быть, я их как-то подожгу. Но я все-таки вытащу эту херню. А, нельзя. И раз, два, ублюдки маленькие. Что случилось там с этим? Все, вроде всех поубил. Да иди в жопу. Полечусь на всякий случай. Их там много. Открывай, блядь, давай. Что за хуйня? Нет. Я установил. Куда идти, сука, выход там, возвращаемся обратно. Танцуй, Айзек, танцуй, чтобы расслабиться. О, бляха, муха. Иди в жопу. О, да, магазин. Ничего меня так не расслабляет, как он. Ага, все, блок. Две аптечки куплю. Потому что в последнее время что-то как-то херня творится. Что за звуки? Пойду запишусь на всякий случай. Слава богу, здесь есть автосохранение. Это очень круто, это очень радует. Спасибо разработчикам за это, но... нам нужно сохраниться в любом случае. Ладно, все, идем. Хватит ждать. Что-то игра у меня... сам по себе вылетел. Чувствую, мы эту тварь еще раз встретим. Стоп. Только не эта дырка. Я здесь уже бывал, да? Когда... да. Когда я дверь взорвал. Я здесь уже был. Да иди в жопу, господи. Факт из чип там написано. Да. Факт из чип. Так. Здесь все в крови. Блин, нет. О, нет. Нет, я не слышу, сука! Нет, открывай дверь. Все будет хорошо. Открывайся, господи! Куда мне идти? Ну, сюда. А, все, открыл. Все нормально, свет восстановили еще. Так, давайте издалека посмотрим, что... О, огнемет. Отлично. Итак, куда мне идти? А, мне идти сюда. Там что-то блестит. Тут у нас кислород. Так, интересно. Еще три, давай, Айзек! Пошел! О, нет. Только не это. Скотина, нет! О, боже мой. Нет, это нельзя войти, что за херня? Труборез, мать вашу.
О боже, нет. О боже, нет. Только не это. Только не... Мать его, это! Давай, давай. Нет, 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 нет. Бич динает. Иди в жопу. О боже мой, как же мне их убить? Я же все починил. Нет, 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 не подходи. Скотина. Давай, 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 давай. Нет, не, не ударь, не ударь. Ой, что за... А, эти маленькие твари. Огнемет, блядь! А, черт. Труборез, достать труба... Мать его, трубарь! Есть, есть, патроны есть. О, я сваливаю! Куда идти, куда идти? Мне, короче, нужно их поубивать несколько раз, что ли. Ой, тут ребенок. Прошу прощения, маленький ребеночек. Он идет, идет! Хотя бы немного жизни я у него отбавил. Так, у меня тут огнемет еще был. Ладно, я паникую. Я паникую, он идет за мной. Он идет за мной. Иди нахер! У меня есть воздух. Как мне? Что? Мне что-то нужно разрушить, чтобы он подошел или что? Есть, голову отрубил, пока восстанавливается скотина. Мне на этого маленького мелкого нужно убить. Где ты, мелкий? Мелкий, ты где? Твою ж мать! Эй, маленький сынок! Маленький придурок! Идет за мной, идет за мной, идет за мной, идет за мной. Нет, 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 нет! Молодечка. Ну же, давай, 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 еще раз, еще раз. Есть, отрубил. Где? 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 Вот он, вон он, вон он. Скотина. На, сука! Умри! Ну же, умри, мать твою, ну же! Да, я взял и кредит еще взял с ним. Ой, он ползет за мной. Слушай. Что делать? Что гоу? Что гоу? Ты не видишь, что он за мной ползет? Гоу. О, он с другой стороны ползет. Отлично, все, супер. Давай, давай, ползи, ползи. Фу-фу-фу-фу. Куда, куда, куда?